Посевная кампания в Брестской области должна пройти планово, без сбоев и нарушений. Именно с этой целью ход весенних полевых работ в хозяйствах региона мониторят рейдовые группы, в составе которых работники милиции и прокуратуры. Вместе с одной такой группой в рейд по сельхозпредприятиям Каменецкого района отправились наши корреспонденты. Контроль от мехдвора до поля в центре внимания правоохранителей, имущественная безопасность, сохранность и техническое состояние сельхозтехники, физическое состояние механизаторов и ряд иных обстоятельств, от которых в значительной мере зависит успех всей посевной кампании. Кто проводит с утра вас предрессовое свидетельство? Механик, бригадир тракторной бригады. Отделение какое? Рясно. Ясно. И техническое состояние тоже он смотрел, трактор, да, да, все да, исправно, проверял. Габаритные огни. Да. Все, проблесковый маячок работает? Работает. Хорошо. Уже работу окончили сегодня? Да. Все, закончили сев. Сотрудники госавтоинспекции ежедневно проверяют сельхозтехнику на исправность и ведут контроль физического состояния механизаторов. В поле также, когда механизатор движется, сотрудники госавтоинспекции, чтобы не отрываться от ведения полевых работ, при окончании или перед началом находятся, несут службу вблизи данных полевых угодий, и также проверяет механизаторы и водители на факт употребления спиртных напитков. Проверить состояние механизатора, расход топлива и семян правоохранители могут и непосредственно в поле. Основная задача – уберечь от хищений посевной фонд топлива и другие материальные ценности. В период проведения посевной кампании правоохранители обследуют места хранения ядохимикатов, минеральных удобрений и посевного материала, осуществляют контроль за сохранностью горюче-смазочных материалов и принимают меры, направленные на предупреждение краж на объектах агропромышленного комплекса с учетом оперативной обстановки. Такая помощь правоохранителей в обеспечении порядка и сохранности товарно-материальных ценностей в период посевной кампании очень нужна, считает руководство района. Помощь оказывается существенной. У нас и у механизаторов, и у специалистов есть какой-то соблазн в плане того, что-то себе взять. Вот, поэтому это четко отслеживается. Прокурорские проверки тоже существенно, ну, больше тоже помогают и нам, аграриям, видеть, где мы что-то недорабатываем. Еще до начала посевной кампании прокуратура района провела мониторинг по готовности к весенним полевым работам. Были проверены машинные дворы, складские помещения и хранение товарно-материальных ценностей. Уделено внимание созданию условий безопасной работы для механизаторов. И эта работа продолжается на постоянной основе. В ходе проведения надзорных мероприятий в сфере обеспечения безопасных условий труда, безопасных эксплуатаций зданий, ремонтных мастерских, был установлен ряд нарушений в деятельности одной сельхозорганизации, на территории которой мы сегодня находимся. Так, в марте текущего года на территории района был выявлен механизатор, управляющий трактором, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Рейдовые группы в области будут работать весь сельскохозяйственный сезон. Как во время посевной кампании, так и на заготовке кормов и в ходе уборочной. Юрий Печур, Станислав Линик, телерадиокомпания «Брест».